красотки! Сегодняшнее видео будет обзором и ревью на новую линейку помад от LA Girl, которые носят название Flat Matte Velvet Lipstick. Если я не переврала его, конечно. Но я думаю, вы увидите название этой линейки в названии видео. Как вы, наверное, уже заметили по свотчам на моих губах в начале видео и по той помаде, в принципе, которая сейчас на мне, линейка эта содержит в себе очень необычные, интересные цвета. Помада идет вот в такой вот длинной, худенькой черной упаковочке. Очень классная вещь. Это то, что цвет самой помады вы можете увидеть вот в этом вот прозрачном окошке на донышке, или не знаю, как сказать, на основе помады. Сравните две помады с разными цветами. Помада Poetic серая, которую вы сейчас видите на моих губах, и фиолетовая помада в оттенке Giggle, по-моему. Как они отличаются, можно сразу, если они у вас вот таким образом стоят в вашем хранилище помадном, сразу можно понять, какая вам помада нужна и извлечь ее, собственно говоря. И пару слов о бренде LA Girl, может быть, кто не знает. LA Girl — это очень такой доступный американский масс-маркет, это, я так понимаю, дочерняя фирма или вот что-то такое, они вместе как-то связаны с LA Splash. LA Splash, я думаю, вы уже видели видео, я делала обзор на мои матовые помады от LA Splash, если кто не видел, я вам ссылку оставлю на него. Так вот, LA Girl это фирма, которая гораздо дешевле LA Splash, но я не могу сказать, что качество у них прямо такое какое-то низкое. Вот эти помады навскидку я приобрела за $2.99 каждую. То есть 3 бакса помада стоит. Ну, плюс еще там шиппинг, но шиппинг не такой большой. То есть если прикидывать на русские деньги, то я за помаду заплатила не больше 200 рублей за каждую. Вспомните те цвета, которые были на свотчах вначале, и подумайте, как вообще легко в России, например, найти помаду за такие деньги с такими оттенками. Достаточно сложно, поэтому восторг мой, честно, не знает границ. Мои восторги оставлю на потом, я вам расскажу сначала о формуле самой помады, а потом уже о каждом цвете отдельно расскажу впоследствии. Когда вы только наносите эту помаду, сначала она имеет такую, знаете, сатиновую какую-то текстуру, то есть она не полностью матовая, но в течение времени, где-то в течение получаса, она усаживается на ваши губы и приобретает вот эту вот вельветовую текстуру, которую LA Girl нам и обещает, собственно говоря. По стойкости, хочу сказать, помада держится где-то около 4-5 часов, если вы не перекусываете, не едите. Если вы будете есть даже какие-то мелочи, лично вот по моему опыту, помада смазывается. И смазывается не очень красиво. То есть, знаете, есть вот помады, которые начинают исчезать плавно. Эта помада смазывается кусками, если что-то есть. Если вы собираетесь куда-то идти в этой помаде и есть, то рекомендую взять ее с собой, просто стереть ее перед приемом пищи и потом нанести заново после того, как вы закончили, собственно говоря, свою трапезу. Потому что иначе она размажется и будет это не очень приятное зрелище. Запах она имеет сладкий, довольно такой слабый. Я не скажу, что он меня раздражает, но он не похож, знаете, на ванильный запах. Вот помад Milan или помад MAC Light Crime, ничего такого близко тут нет. Тут какой-то своеобразный химическо-сладкий запах такой, не конфетный, даже больше фруктовый. Но он такой слабый, что, честно, я бы даже не стала на него обращать внимания, он фактически не заметит. Пигментация не самая фантастическая. Она неплохая, явно неплохая. То есть помада ложится тем цветом на губы, которые вы видите в тюбике. То есть это не то, что она какая-то бальзамная, там, полутинтовая текстура. Даже близко нет, она такая насыщенная, да, пигментированная. Эту помаду можно наслаивать, не боясь получить какой-то вот этот пирог, знаете, некрасивый. Она выглядит достойно, даже там наложенная 3 слоями, потому что она не ложится плотно. То есть, наверное, в этом ее как раз большая разница с тем же самым Rimmel, что Rimmel сразу ложится такой плотной текстурой, эта помада, она ложится таким более легким слоем. Это ни в коем разе не говорит о том, что они слабо пигментированы, это просто говорит о том, что текстура у них более легкая. И ее просто нужно достраивать на ваших губах, скажем так. Помады эти очень комфортные на губах, учитывая то, что это в итоге матовый такой вельветовый финиш, абсолютно ничего не сушит, там, сравнивая с теми же помадами Wet n Wild, эти просто рай по сравнению с Wet n Wild. И теперь, я думаю, когда я вам в целом рассказала о формуле помады, пришло время поговорить о каждом из цветов, которыми я обладаю отдельно. И начнем мы, наверное, с цвета, который вы сейчас видите на моих губах, по традиции. Цвет этот называется Poetic. Для меня это находка, честно. Я как только увидела, что в этой линейке есть этот цвет, это вот, наверное,
мой был первый стимул для того, чтобы заказать вообще эти помады себе на пробу. Вы знаете, мокрый асфальт с добавлением синего. Я даже не знаю, как это еще объяснить. Вы, наверное, видите, что это очень холодная помада, и на моей теплой коже она реально отдает синим. Вы, наверное, знаете, что такие помады никогда меня не пугают. Я их ношу на повседневке, то есть вот так как вы меня сейчас видите, я вполне спокойно выхожу из дома и так и путешествую, то есть по своим делам, хожу в магазин и так далее. И если вы понимаете мою любовь к таким цветам, если вам нравятся вот такие вот нестандартные штуки, нестандартные вещи, то вот этот цвет, я думаю, вам будет очень интересен. Следующий цвет, которым я обладаю, называется Sunset Chic или Sunset Chic. Вы, наверное, заметили, что я люблю вообще нестандартные цвета. Если там какой-то цвет носибельный, да, то есть из серии ягодно-розовый. Вот такие помады являются носибельными для большинства. Для меня они супер неносибельны, потому что я знаю, что если у меня есть фиолетовая какая-нибудь помада вырви глаз с розовым шиммером, и там у меня лежит пыльная роза, пыльная роза так и будет лежать в моем ящике до второго пришествия. Поэтому я уже просто бросила покупать такие цвета, я знаю, что их не использую. Я всегда отдаю предпочтение всяким черным, непонятно, фиолетовым, серым там, и так далее. Но этот цвет я прямо вижу, что я буду носить. И вы, наверное, видели свотч, вы поняли, что это не то, что какой-то ваш такой вот обычный персик. Абсолютно необычный персик, разбеленный, пастельный, неоновый персик. И на теплой коже он смотрится просто шикарно. Я прямо вижу вот эту вещь весной, я вижу эту вещь летом. И в очень интересных луках, мне кажется, можно его применить. То есть это не такой какой-то повседневный персик, это достаточно такой своеобразный и нестандартный цвет. Даже не побоюсь этого слова. Следующий цвет называется Electric, и это неоновый розовый. Я бы сказала, это не разбеленный розовый, он такой более средний. То есть, например, если вы видели мой обзор на мои любимые розовые помады, у меня есть цвет Dollhouse. Вот это вот цвета из серии Nicki Minaj, знаете, неоновый розовый, но он разбеленный, он прям такой вот на белой базе. Поэтому, мне кажется, он может подойти гораздо большему числу людей, его гораздо легче носить. Несмотря на то, что он неон, так как он такой средний неон именно по своей тональности, да, то есть он не разбеленный, не светлый, его можно носить и с загаром, и девушкам, у которых такая белоснежная кожа. Электрическая помада от LA Girl прошла мой тест-драйв. Ну, отлично. Следующий цвет, которым я обладаю, называется Giggle. Нужно так умильно было называть помаду. Если кто не знает, Giggle на английском переводится как хихикать. Такие вот лиловые цвета, это моя вечная любовь. Если вы видели мои фавориты, не помню какого-то месяца, я там показывала мой любимый цвет от NYX из коллекции Macaroon, по-моему, Violet он назывался. Если вы когда-то хотели стать единорогом, но не хотели платить деньги или не хотите покупать от Lime Crime, вот ваш единорог за 3 бакса. Отличная текстура, пигментация. Следующий цвет, опять же, из моей любимой лиловой фиолетовой семьи. Но это уже такой концентрированный, более темный фиолетовый. То есть вот это вот, наверное, такой классический фиолетовый. То есть это уже не пастельный, а вот именно фиолетовый цвет. Называется он, кстати, я вам не сказала, Love Triangle. Любовный треугольник. Он чуть более плешивый, чем Giggle. Я не знаю, может быть, я как-то его уже накладывала под конец, когда тестировала, и мои губы уже были суховаты, но мне его было чуть сложнее распределить. Но опять же, ничего такого, что прямо нерабочая помада, опасайтесь, нет. Может быть, просто губы сохли, но как-то я чуть-чуть дольше с ним заморачивалась, когда накладывала на свои губы. И последний цвет, которым я обладаю на данный момент, называется Spicy. Пряный, острый. От таких оттенков, как вы знаете, я не устаю никогда. И если вы видели мое видео про парфюмы, то в течение всего видео на моих губах именно Spicy. Это такой темный, коричневый, теплый цвет. Он на губах выглядит, мне кажется, очень носибельным, очень вампирским. Не бойтесь вообще того, что он коричневый, он абсолютно не какой-то там сложный коричневый, знаете, как и даже ничего близко с типа коричневым из 90-х. Если вы любите что-то такое темное, сексуально вампирское, то, наверное, этот цвет как раз вам 100% понравится, потому что он из всей вот этой коллекции на данный момент мой самый ходовой. Понятное дело, я заказала эти цвета, потому что я их все люблю и все буду носить, естественно. Но осенью стоять перед такими цветами, это просто мне не представляется возможным, поэтому
Spicy сейчас просто на пике популярности в моем личном чате. Я свои помады приобрела, как только они вообще появились в свободной продаже в Америке, и eBay это было первое место, где они появились, и именно там я их и приобрела. Но сейчас они появились на сайте Beauty Joint, и, кстати, огромное количество оттенков. Вот те, которые я приобрела, это такие более нестандартные цвета, то есть более интересные для меня, но там есть и нюдовые, такие классические розовые, нейтральные, и большая линейка красных, оранжевых. На любой вкус есть цвета у LA Girl, по-моему, их там 24 в линейке, если мне не изменяет память, то есть огромное количество. Поэтому, если вам интересны эти помады, я думаю, вы не будете разочарованы, каждый из вас может найти среди них что-то для себя. На этом я буду завершать, девчонки. Спасибо вам огромное за просмотр, всем отличного настроения и до скорых встреч. Пока. Nothing's gonna hurt.